сколько, 90% моих подписчиков его канал знают. Он снимает... Ну, а кто не знает, то ссылочку я оставлю в описании к видео. Снимает шикарно, мне очень нравится. И могу сказать... И я могу сказать, поменьше слов, побольше дела. Все, давай, давай, Илюша. Илюш, давай, елки-палки. Да поехали, ладно. Ну, мне надо все, как-то, знаешь, все, так... Я... Ты, ребята, тебя и так понимают, все это как бы лишнее, лишнее, лишнее. Давай, все, я взял Джесси, я ее выбираю и жду тебя. Я тебя приглашаю. Все, вижу, вижу. Фу, ну что, берем из наших, из подписонов. Да, давай. Ребят, кто там готов с нами поиграть? Миша с нами готов поиграть. Давай, Мишу пригласим. Берем Мишу. Это Миша? Во, Мишка. Миша. Миша, Миша, здоров. Привет, Миша. Привет. Так, что играем? Захват кристаллов пока что? Слушай, да, давай, наверное, захват кристаллов, разминку сделаем с тобой, потому что потом уже, какого бойца он говорит взять, а какого? Я не знаю, ребят, если честно, какого бойца брать. Я вот знаю, что Илюха вот этим Фрэнки нормально зажигает. Я так на подхвате. Нормально, в тот раз все было пучком. Все было пучком, не надо. А вот что это за робот? Я не знаю, Илья, говори ты, потому что... Это этот, как его зовут-то, Вольт. Ну он хороший, Миш, доставляю ты его. Не заморачивайся особо. Ну и все тогда. Зато сейчас у нас будет полноценное, как тебе сказать. То есть ребята нас будут слышать, то есть, соответственно, будут понимать, что к чему. То есть как бы все в своем кругу. Все, поехали, короче. Ну да. А, и сразу предупрежу, что тут может быть маты. Могут быть, особенно от меня, потому что я очень импульсивно. Вот зачем он поменял в последнюю минуту? Ну вот зачем он взял эту Пайпер, ё-моё. Вот говори, оставь робота, нет, он взял, поменял. Ладно, потихонечку. Не автоаттач, говорят. Йоу-йоу-йоу-йоу. Собакин хрен, а. Ладно, фиг с ним. Ну мы обменялись с ним, обменялись. Зато у меня турелька, и сейчас будем клепать. Хопа, я поставил. О, Илюха там наяривает, малорик. По красоте. Так, отлично. Вы главное не подставляйтесь, ребят. Так, Фрэнк, иди отдохни маленько. Завалите железного. Иди отдохни, блин. Ё-моё, я думаю, что я не могу пройти. Я здесь не увидел, что эти стоят. Да-да-да-да-да, там есть такое. Ё-просоте. Тихо, живем. Робот, вот он, кстати, этот роботека-то. Давай-давай, Миша, бери. А что, Илюха, тебя завалили, что ли? Да, меня вальнули. Блин, а что это? Они что, меняются постоянно, вот эти вот перегородки? Ау-ау-ау-ау, как жестко. Отлично. Тихо-тихо, Лёшич. Так что, я вижу, у меня львиная доля. Я ставлю сюда, оп. Прикройте меня, ребят. Два гема лежит. Бери их. Ау. Да ё-моё, турель-то вшивая. Хорош. Так, Пфайфер, Пайпер, блин. Пайпер. Лёх, ты экстремалишь, кстати, очень. Я вижу, а по-другому никак. Вы не берете кристалл. Гема, собирай. Гема, Илья, собирай. Собрал, молодец, иди сюда. И стой здесь. Мы уже будем здесь суетиться. Да, ты здесь просто стой и все. Не выпендривайся, не выходи туда. Время идет. 8 секундочек, я уже думаю, как-нибудь мы да простоим. Я вот тут заберусь, здесь Лишаковская. Стой, не надо. Все. ГЦ с первой победочкой. Разогрев вроде бы удачно появился, но получается у нас... Ребят, хочу сказать это. Если у кого есть желание с нами поиграть, то есть мы будем играть так. Три боя с одним подписчиком, потом три боя с другим. Ну, чтобы все могли. Да, я думаю, это будет справедливо. Да. Лёх, нажмешь это? Ага. Уже нажал, все отлично. Захар, пожалуйста, не исключайте меня из чата. Захар, хорошо, ну просто там этот немножко негатив начал проявлять. Так, давай по-тихому. Этот гем мне не урвать. Джин, это плохо, ребят. Джин Атревин. Ну ты понял, да, какой? Да, вот и я про то же. Так, блин, он достал. Давай так, я передохну. Дэвид Блейн, завалите, пожалуйста. Не-не-не, Дэвид Блейн. Нет, иди ты отсюда. Уйди. Так, тихо, он идет сюда. Он идет сюда, блин. От вонючка, американская. Да че, куда вы меня прикумарили-то? Тихо, родной. Опа, я новый поставил. Неплохенько, я тебе скажу. Мишаня пошел в бой, я вижу. Миш, ты там не это. Как сказать? Дебошир. Ну, Мишаня, смотри, что сделал. Молодец. Разрулил. Красава! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Подбери. Илюх, подбери. Зря, зря ты не стал подбирать. Зря, зря, я тебе говорил. Да вот же. А как? Ёпарасоте, в кустах, а я побежал. Миха, молодец, красава, так, подобрал. Миша, хорош. Подобрал. Пускай только не подставляется и все. Блин, твою же налево. Я просто не ожидал, что они там сидят в кустах, засранцы эти, а. Вау. Ах ты, вонючка, а. Ну вот такая вот гнида есть. Так, есть, джин... Тихо! Да что ж ты будешь делать? Не да туда, заколебали как... уже. Жарит меня. Фу, там немножко это разогреться, а то что-то как-то. Так я и говорю, без разогрева тут плохо. Не подставляемся, Миш, тоже там не высовывайся пока. Так, я в этих кустах попробую турель поставить. Поставил, блин, называется. Куда вообще ее влепил? Кто там? О, а кого? А кто? Бери, бери, Илюх. И сваливай, сваливай оттуда. Да свалил. Сваливай, сваливай быстрее. Не подставляйся лишний раз просто. Попробуем сейчас вот это барахло все подобрать здесь. Я соберу. Ты соберешь, я знаю твое собирание уже. Давай, 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 уходим. Бери, бери вот эти вот мои гемы. Кого-то, по-моему, шваркнули, да? Отходим. Все, все, ребят, отходим, отходим, говорю. Так, отлично. Ты, Мишаня, куда попер? Мишаня, не надо жадничать, уйди. Мишань, Мишань, ну не экстремаль, пожалуйста. Он уже поэкстремальнил, все, Илья, уходим. Да не могу, я да уйди. Да блин, вот-вот, Мишка, о, смотри. Миша, собрал, фаворит. Миша, уйди. Мне... Да зачем? Куда он прыгнул-то? Ёпарасоте. Да там Джин его подловил. Да я уже понял. Все, тут фейл. Ну все, мы ребят, проиграли. Тут фейл, потому что... Потому что мы начали хапать слишком дохрена и нахапали, и все это было в одном человечке. В одном человечке было, соответственно, они его уничтожают и забирают все гемы. Тут мы сами виноваты. Да. Да ладно, бывает, что мы не корову же проигрываем. Ну, Никос, да. Никос. Никос Сафонов там, да? Нет, просто Никос, Никос. Какой Сафонов, ты о чем? Так, ладно. Сейчас я поставлю другого героя. Мне что-то как-то этот не очень понравился. Почему? Нормальный Фрэнк, что тебе не понравился-то? Не, я возьму унитаз железный на ногах. Вот этот, что ли? Да. С застрявшей черной какахой? Ну да, личинку кто-то отложил у меня. Так, Мишаня выбирает кого? Решил... Что там этот дедуля сказал? Я не знаю. Ну, как обычно, знаешь, наркоманы все там. Опять. Подъезд достали. Понял. Все, короче, погнали. Надеюсь, а, это не тот, который заморозку-то делает, нет? Не он? Не-не-не, это другой. Оу, тут Лео. Слушай, а что так чудесно начинается все у нас? Опять не... Оу-оу-оу, Лео. Тихо. Не-не-не, вы гемчик-то будьте добры, забирайте. За собой. Так, там Лео упендривается, да? Я понял. Подставляться просто неохота туда, понимаешь? Так, минус Лео. Я выставляю сюда турель. Слушай, ну мы держим этот пятак. Как ни странно. Да-да-да. Держим пятак, у нас пока преимущество. Лео что-то вообще... А, это был двойник его. Я да, понял, да, да, там... у него, значит, все-таки он есть этот стоит. Дела делает. У него гадкие. Есть этот. Воу! Как я так Лео-то попутал? Блин, тут тупик. Я все туда иду, а там тупик на самом деле. Ребят, мы опять фейлимся из-за гемов. У него стоит этот двойник, да? Куда же ты побежал? Блин, я путаюсь, я смотрю на тебя, Илюха, и путаю персонажа. Прикинь? Ну я понял. Мы оба мелкие, вон там. Молодец, красавчик Мишаня. Сейчас меня разберут. Все, разобрали меня, ребята. К сожалению. Я хотел да помочь, я хотел забрать гемы, но видишь. Иди сюда, робот. Ну, подбирай. Иди, Илюх, иди обратно. Ухожу. Давай, сруливай. Я прикрою, я вижу, что там идет. Стой, никуда, не суйся никуда. Вообще никуда не суйся, вообще никуда. Потому что эти сейчас тебя уже не догонят, все. Ну да. Фу. Но ты видел там, когда вначале меня подбили, хоп, гемы забрали, потом ты его, и все-таки в конце ты забрал, успел. Нормально. Ну да, там неплохо вышло. Так, ну что, давай еще один бой сыграем, да? Ну да, конечно. Не, ну просто там мы как сказали, что три боя, потом следующий подписчик. Ну давай еще сыграем, разочек с Мишей. А, ты в этом плане? Ну да. Слушай, дай-ка я подожди. Блин.
хотел поменять героя. Ладно, фиг с ним, в следующий раз поменяю. Ну что, погнали. А кто там будет следующий-то? У нас очередь-то определилась. Там хочет Виталий Сурский быть с нами. Виталий Сурский, понятно. Ну что, почесали? Почесали, почесали. Как-то подзавис там немножко. Ну ё-моё, опять Лео, блин. Пират это Дэрил. Рожа его пиратская. Так. Да ну. Давай-давай, Малорик, Малорик, Мишань. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Чё мы? Мы фейлимся? Так, Нита это там еще со своими мишками. Я понял. Ой, хорош. Так, а чё хорош-то? Да ё-моё, это подожди. Достал меня этот бочкоголовый. Ой-ой-ой. Молодец, молодец. Уходи, Илюх. Набрал вину. Да ухожу, ухожу. Когда, понимаешь, когда у тебя есть гемы на карманах, лучше сматывайся. Лучше сматывайся на базу и жди, когда мы подойдем. Так будет эффективнее всего. Оу, медвежонок этот. Слушай, а этот, смотрю, вообще бессмертный. Ой, нюх потерял. Как его звать-то? Лео? Да нет, не Лео-то ла. Вот этот вот, бочкоголовый. А, бочкоголовый, да, такой. Бессмертный какой-то. Да нет, он не бессмертный, он просто... Прихреневший, я бы так сказал. А, ну да, вот, есть такое. Вот, давай, забирай. Лёх, надо забирай, бы как-нибудь я пытаюсь. Чего? Я пытаюсь сматываться. Ух. Разорви меня, селезенка, а? Мишань, уходи, Миш. Уйди. Да у нас это, у нас с тобой... Да я знаю, но все равно Мишань не пускай. Ну что, пускай. Мы здесь бы нормально держали бы оборонку. Все, Мишань, молодец. Отлично, отлично все получилось. Фу. Сухенькую вырубили мы их. Так, ну что, говорим Мишаньке спасибо за игру и берем следующего. Так, Миша, я выиграл... спасибо большое тебе. Прям реально круто было. Сейчас, если что, там через какой-то период времени тебя еще пригласим. Так, я выиграл так, 3 вольт. Боя, забираю... Вольт. А кто Вольт у нас? Я не вольт знаю. Вольт это, по-моему... Это, по-моему... А, по-моему, Вольта я знаю кто. Слушай, подожди, а что я не могу понять, где призы-то находятся? А, в награды, конечно же. Так, открываем просто ящик. 17 монет. Ага, 5 силы на Брока. 6 силы на Розу. Да, и все. Жиденько, конечно. Какого бойца мне взять? Будешь. Кто это такой у нас, Бан Вольт? Я не знаю, ну Вольт, по-моему, это... Так, опускай в чатике отпишутся. Это наш, не наш, потому что мы играем только с нашими. Алла, Вольт, это же твой друг, да, правильно? Витя, я не ошибаюсь. Ну, вы разобрались? А, да, она. Или нет, значит, ок. Да не, сейчас она ответит мне, не отвечает. О, она. Хорошо, так как. Если это он не наш, то значит тогда это... Тикаем. Тогда Алла пойдет. Так, Рэй, я жду летсплея по Cold War. Ты знаешь такую игру? Конечно, а, нет, конечно. Конечно, знаю. Я так, ее и собирался. Не ее. Ну, это хотя, это... подожди, может быть, Вольт... Ладно, так, а где это? Call of Duty. Алла-то? А это что такое? Мотик Плей? Кто это? Мотик Плей? Я не знаю, кто там. Получилось. Ребят, вы когда присоединяетесь к нам в команду, пишите тоже в чат это. Это да. Ваня. А, ну... А, видите, фу, я перепутал. Все понятно, Вольта надо было брать, кстати. Давайте тогда это. Так, а Вольт сам вышел? Нет, это я его выгнал его. Блин. Ладно, короче, а вот это-то кто? Мотик Плей? Я не знаю, кто такой. Да ё-моё, ну что за дела, а? Так. Я лута... А, все понятно. Все, давай, с ним играем. Поехали. Он наш тоже. Я нажал. Слушай, а почему это? А у них есть Дискорд, вы нет? Ну, не у всех есть Дискорд. А, понятно. А это представляешь, какой балаган будет? Я представляю. Я буду орать и психовать тогда еще больше. Заткнитесь! Последний раз играл в эту игру! Так, ладно, шутки в сторону.
Оу, я думаю, что это наш проходит вражина по нашей территории. Блин, офигеть. Тихо, роднули. Так, я бочонок стал. Так. Илюх, видишь, да? Видишь гемы? Да, вижу. Уходи нафиг оттуда. Уходи, они хотят тебя приплющить. Эх, куда-то плюха прилетела в меня, я обалдеть. Вижу, что там плюха летит. Плюхи там летит. От кого? Я не могу понять. Тут тоже это пыльни. Меня размазали. Так. Уничтожает мою пушечку. Так, Мотик, ты же вроде бы как супер-пупер шустрый. Ты должен тут так наяривать, что будь здоров. Шнурки должны просто призвать силу индейцев там, майя. Да, именно вот такое должно быть. Я не могу понять, кто у них там, что за ракетчик? Да там, это пушка там, я ее убрал. А, пушка, все, я понял. Я думаю, кто там бомбит-то все? Ребят, что-то они тут, конечно, конкретно нас тут прижимают. Я вообще ничего не могу сделать. Как ни странно. Вообще. Просто пятак держит капитально. Вот что урвал, то урвал. Все, я побежал. И никак не могу накопить на эту. На ту... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Соберите себя, уходим, ребята. Уходим, блин. Так, 7 гемов у меня, 6 у них. Да, не очень, конечно. Не очень смачно. Наша. Ребят, уходим. Да. Отступаем. Лунтик хотел уже сказать, блин. Лунтик. Монтик или как-то? Мотик. Лунтик. Это же надо так, а? Ты хотел сказать, нет? Все, если так, они сейчас успеют, давай, конечно, давай, два гема. Лутай. Надеюсь, не успеют они взять. Да, все. Все, красавчики просто. Лутай, красавчики в тылу просто посидели. Красавчики ее. Так, нормуль. Я повышаю немножко себе ранг. Чуть-чуть, капельку. Гоним дальше. Играть снова. А че вы все вырубились? А че вы не стали? Mortis 35, very good Mortis. Бравл топ. Ага. Так, наконец-то первая лего в Луне. Миш, поздравляю тебя. You know Hexhide? I don't know Hexhide. А чем так, ну там? Поехали. О чем вы там, ребят? Да это мне тут в чате спрашивают. Ну, что там, кто этот? Мотик, что ли, не играет? Я не могу понять. Я. Мотик, Лунтик. Так, пока. Любитель, можно РДС? Любитель, тут это... Что за ДС? Не знаю, не от меня это зависит. Я что за ДС? Я не знаю, что такое, ребят, ДС. А, хорошо, гемов не было ни одного. Так просто, как бы, не знаю. Это, если Леха скажет, что там можно дать, то дам. А что? Нет, то... А, Дискорд? Да. Так, тут гем просто лежит. А, тут кактус этот плешивый. Слушай, он тоже меня... Вот у него что есть. Шипы, да, я знаю, ребят. Так, я этого сейчас хочу уничтожить. Пайпер. Так, мне этот Пайпер отложил в меня личинку и ускакал, блин. Личинку? Нормуль. Да ё-моё, ну зачем я подставляюсь? Эй, ребят, там гем лежит, ладно, фиг с вами. Я этот гем сам заберу. Вот кактус противный. Я пошел за кактусом. Воу. Смотри, меня же учат. А что ты, Ленос, не пошел-то, а? А? Что ты не пошел? Пошел. Не стал рисковать. Теперь уходим, ребята, уходим, потому что... Ушел. Илья, у тебя львиная доля, ну, как ты понял, гемов. Я знаю я, но не я подставляйся, мы сейчас здесь один гем стырим. Хотя бы. Стырил, блин, один гем называется. Хотя все, уходим. Вот здесь мы встанем с тобой и будем стоять. Поближе сюда, к территории. Поближе вот сюда. Да, твои бомбочки здесь не помогут. Вот и все. Немножко, конечно, как тебе сказать, но... Знаешь, как эти, как трусы убежали там, но зато безопасно. А почему? А так все играют. Я вот сколько заметил, они постоянно тоже... Ну да, это глупо с гемами бежать. Весь путь наказываешь, потом кристаллы кто-то потерял из наших, и все, и они побежали в кусты. Ну да, Пенни у меня получает уровень. Так, ребят, подождите, я сейчас заберу эти... Как их называется? Бравл... Ну, эти я все открываю. Большой ящик открываю.
Так, 80 монет. Силы 20 на Фрэнка. На Ниту 70 силы получил. И все. Что-то как-то жизни ко мне дают. Ну что, погнали? Так, погнали. Мотик сколько у нас уже? Две? Это третья игра у него, да? Да. Значит, следующий там на подходе идет. Погнали. Гем. Ага. Мотик, там твой друг. Там этот чертов здоровяк. О, Фрэнк, это плохо. Но, Мотик, смотри, малорик, малорик. Только не подставляйся. Да, прям шикарно рубит. Да, этого гаденыша, конечно, завалить очень проблематично, если честно. Воу. Так, зачем вот я пушку поставил? Хорош, хорош, хорош. Ё-моё, ты посмотри. Воу. Фига, мы там этого... Тихо, тихо. Уходи, уходи. Есть контакт. Так, стоим, он там будет по одной присоске забирать. Так, я ставлю сюда пушку. Целенаправленно. Ну? Ау, хорош. Давай, 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 давай. Мотик, забираем все это. Не высовывайся туда, Мотик. Тем более, когда здесь Фрэнк этот. Ты знаешь прекрасно, что он делает. Вот он, меня разобрал, например. И побежал за гемами. Молодец, Илюха, забрал гемы, отлично. Мотик, не подставляйся. А что это за фигня такая, я не понял. Это кто такой? Это мины этого. А, это этот, охотник такую фигню делает же. Этот индеец понаставил. Я понял. Своих личинок подкладывал. Личинок здесь. Гемы заберите, ребята, гемы. Гемы. Заберем, заберем сейчас. Хорошо, что тут наша территория, блин. Так, нам еще один гем не хватает забрать. Да нам, да, надо еще один гем, и все будет хорошо. Что-то они активировались тут, блин. Да, они прям очень решили поп-поп. Вообще плотно, смотри. Напрячься здесь. Так, охотник тут. Что? Блин. А кто? Блин, пипец, меня на минах. А кто сдул? Кто сфылился? Да там слил. Да нет, наш кто один. Сфылился? Наш один? В плане наш один. Ау. Забирай вот это все. Но мы сейчас все равно сфылимся, ребят. Нам не хватит. Хотя уже хватит. Нет, не хватит нифига. Я что-то одного не понял. Да. Что-то я ни хрена не понял, если честно. Были гемы у нас, кто там целился, поэтому постоянно? Он наказал. Вообще вас, не да. Врубился, блин. Вроде были гемы у нас, потом что-то фобано, и в конце мы все-таки проиграли. Да там этот ворвался этот. Как его зовут? Как его? Мотика завалил этот, как его зовут? Фрэнк. Так он и меня, получается, там завалил или что? А, я... значит, он тебя завалил. Так, ладно, короче, давай. Мотик, спасибо за игру. Спасибо, Мотик. И следующий, следующий. Ну давай, Аллу пригласим. Давай, Аллу пригласим. О-о-о-о, Алл, надеюсь, ты будешь тут жарить. Да, меня тогда Аллочка, ну ой, Аллочка, вот эта девочка жарила, будь здоров. Так. Блин, тут Фрэнка что взять? Ну сейчас, первый Миш, уровень Фрэнка, мне Ронин кажется, это имба. Фигня полная. Хорош. Что? Да, это я про Луни Тунс. А. Любитель, почему у Рэя есть монетизация на прошлом ролике по БС? А что, почему, что там такого было? То, что мат, он как бы не запрещен на Ютубе. Мы же там ничего такого не говорили, никого не оскорбляли. Там нет запрещенного контента. Да, нет запрещенного контента. Так, ну что, Алла, давай, привет, привет. Алла, ты будешь играть, не? Или мы Витю, Витю позовем? Что-то Алла... Все. Алла задумалась. Задумалась, ну, там, да. Видимо, немножко порадоваться можно ей. Порадоваться чему? Что нас сейчас тут взгреют? Этому столько порадоваться. Ладно, тихо, давай.
Погнали. Да ё-моё, блин, это Джина Тревин, блин, достал уже. А это что, Бип? Бип, да? Бисексуалочка там у нас летает. И Динамайк, блин. Я вижу, вижу. Динамайк, это я сказал, что Динамайк. Надо было не метателя брать на таки. Вон, фаербол мне нравится. Не фаербол, а это факир. Алла, короче, нормально жгет. Ух, меня подловили. Слушай, они контрят территорию. Контрят территорию дальними этими. Ау-ау-ау. Да, да, там один. Нет, здесь надо метателя бы мне было брать. Лех, хорош, хорош. Да что хорош, сейчас меня взорвут здесь. Они взорвали меня вместе с моей пушкой. Причем. А откуда у них 6 гемов-то опять? Чё-то я вообще не понимаю. Там... Что мы так фейлимся? Там Динамайк просто дебош устраивает. Да Динамайк, я вижу, что да, устраивает дебош, причем не кислый. Меня здесь убьет. Не, тут походу мы вообще что-то зулись. Ау! А как это он так, интересно, жужуха это? 2-2. Вот, надо было здесь хватать. Ну вот. Ой, Алла, хорош. О, Алла, жарь. Молодцы, красавчики, теперь сматываемся. Ну, я имею в виду, сматываемся, забирая кристаллы. Так, Алла молодец, прям поджарил немножко там. Так, вы, ребят, не подставляйтесь, пожалуйста. У вас очень много гем. Ну как, особенно у тебя, Илья. Они опять начинают сейчас контрить территорию. Я посмотрю. Нет. Забирайте вот эти три гема, и нам все равно не хватит. Жужуху подбили. Вон там один гем остался. Да ё-моё, опять меня разворотили. Дедушку бы забрать бы, сейчас бы хорошо было бы. Дедушку, какого еще дедушку-то забрать-то собрался? Да нет, какого лешего-то? Эй, я не увидел, ё-моё, вы хоть предупреждайте, что твою же налево, кто-то там... Да меня завалили. Илья, ну ты бы хотя бы говорил, что ё-моё, ну зачем ты полез-то в пекло? Все, мне там... Да я не полез, она меня подловила. Ну фейл за фейлом, ё-моё. Ну давай, давай, я не ту взял просто, надо было брать этого метателя. Так а при чем здесь ту, не ту, какая разница-то, господи. Я также могу сказать, я не ту взял. Да ну, бывает. Ну да, надо было, наверное, тебе крикнуть, чтобы ты подзабрал там. Но я что-то как-то это... Я сейчас буду... От расстройства замолчал. Я сейчас буду это... Дурачка валять. Давай, давай. Да, ребят, можно я следующий? Виталь, да, можно. Я, кстати, так и не воспользовался ни разу этим... Как он называется-то? Гаджетом? Гаджетом, да, ни разу не воспользовался. Что-то вот как-то не было такой, ну, даже возможности, так скажем. А что он там? А, он призывает метеорит какой-то там, которого я ни разу не увидел. Лес там, всем привет, привет, Рэй. Ой-ой-ой-ой, ты видел, кто у них там в команде? Ё-моё! У них Фрэнк плюс вот этот, как у меня. Я, ребят, не знаю, что тут сейчас будет. Ох! Молодец, блин, Эль Прима. Фигима. Ладно, почесали. Мы опять фейлимся, я смотрю, ребята. Да. Мы опять фейлимся, да? Молодцы, красавчики. 5 гемов у них уже. Вы там друг за другом будете бегать, как эти. Ну, куда-то прыгнул. А чего вы бегаете-то позади? Я никак не могу понять. Да где мне бегать-то? Так вы... Все, выкуриваем. Давай, давай, собирай, собирай, собирай. Я это собрал. Не собирай. Вы-то помогаете мне? А это кто еще за звездный? Кто это такой? Я не могу понять, кто это был такой звездный. Кто вот это такой? Я не могу никак понять. А это наш, Хилич, ё-моё. Я думаю, что за... Ну иди сюда, Эль Прима. Ну все, разобрали. Все, друзья мои, просто теперь ждем. Вот здесь вот, давай, вот прям вот на этой территории будем стоять. Прям, чтобы зона респа была здесь, рядом. Да ё-моё, ну. Так, ты запарил этот снотворник, или как тебя там звать-то? Все, ой, панчок, панчок. Добрал, ушел. А я вот этим гемом хочу, я хочу добрать их. Все. Меня он уже не догонит.
Вон Динамайк помогает. Пум-пум. Кто там пум-пумкает-то? Давай. Опа, дуралей, иди сюда. А я даже не сомневался. Блин, наша команда молодцы, молодцы. У них, смотри, два сильных героя было. Посмотри. Два жеребаса, да. А я самый слабый покупка. Вообще я... А, это мы заработали, то есть сколько сейчас? Там, ну, погнали. Всех. Погнали. Я успел воспользоваться, но, если честно, как тебе объяснить-то? Я не увидел самого эффекта этого метеорита, который он выпускает. Но он там прилетает резко, и все. Да? Что-то как-то меня убивали во время того, как он должен прилететь. Поэтому я не успевал даже посмотреть, как он там выглядит. Ага, я понял. Воу-воу-воу. Это кто такой? Это что за чувак с дрелью? Это Бул. Это скин, да? Понял, погнали тогда. Ох, погнали, ну, молодцы. Забирайте гемы. Там гемы высыпались. Эль Примо! Примач, я его раньше назвал Примач. Давай. Я даю, что давать-то только? Хоба, ну, покажи, попади! Им, кто здесь примат настоящий? Давай. Ох ты, зараза, а. Во-во-во-во-во-во, хорош. Видишь, вот он избегает. Метеорит, видишь, сработал. Да я-то вижу. Только вот никто не попадает под него, под этот метеорит. Все, мои три попытки кончились. Ау! Это что такое? Ёпрсте! Это кусок... Эй! Они тырят наши гемы, ребята. Да вижу я. Видит он. Надо не видеть, надо чувствовать. Ноздрями внюхни. Так, отлично. Фиг там отлично. Лицо ему молоти. Хорош. Да хорош, меня вон там размолотили лицо, блин. Гема забрали и смылись. Фух. Завалили тебя, родной мой, завалили, я видел. А мне одному здесь ничего не сделать. Совсем ничего. От вас-то не дождаться поддержки, ё-моё. Да подожди. Хоть я и жирный, но... Что мне тут одному? Они не дадут нам здесь, ребят, ничего сделать вообще. Все. Ну, забирай. А где? Ай, понятно. Я тонкостенный. Ай, а так было хорошо. Да, да, хорошо было. Мало того, что ты тонкостенный, так у тебя еще... Ну, бибишка. Они растеряли, ребят, свои гемы. Не-не-не. Блин, я... Полная. А кто же тут тогда был с львиной долей баха? Да вот этот. Бул там собрал полный пакет этих кристаллов и смотался. Ну, что ж поделаешь. Ну, ребят, не всегда побеждать, ё-моё. Ну, что я могу сделать? Что, играем еще что ли? Там Алла, по-моему, уже три раза играл с нами, не? Не знаю, честно говоря, я сбился со счету. Погнали. Там уже очередь у нас, Виталий ждет. Да, ну, тогда... Тогда Алла... Сейчас... Пускай, как бы, ну, сейчас имеет в виду. Ну-ка. Так, там Дэнди. Кто? Я не знаю, кто такой Дэнди. Ну, 8 бит. Я вообще без понятия, кто такой Дэнди 8 бит. Я знаю, что меня вот расклепали. Слушай, мне кажется, надо тебе брать что-нибудь другое. Не знаю, конечно, почему так кажется, но почему так кажется. Ну, а леща-то ему отвесил так, там хорошо. Леща-то я ему отвесил, а гема-то опять у нас, блин. А что 8 бит? 8 бит... Вон тот, вон гаденыш. Так, это я забрал. 8-биточка, иди сюда. Я тебе сейчас порву ротик. Так, ладно, хорош. Порву рот. Иди, 8-бит, иди сюда, 8-бит. Ат. Хорош. Лещебол им прям знатного. А у меня 8 гемов, ребят, все-таки. Я это, прикройте меня хотя бы. Хоть чутка, ребята. Так, дай-ка я тут малька отдохну. Чутка. Вы уж там подсуетитесь, пожалуйста. Сейчас я передышку здесь сделаю. Фу, пока у нас как бы, ну... Да как так? Ну что вы, ребята, делаете? Ну, зачем же вы? Я пытаюсь здесь, пыхчу. Пытаешься, пыхтишь. Понимаешь, вы меня вынуждаете идти туда. А я не иди куда, никуда не иди.
Так они сейчас нас просто вздрючат. Ну, все, собрались. Все? Что вы делаете? Не могу понять. Алла, забери, Алла, забери. Ой, Алла, хорошо. Что, получилось у вас? Ну да, и все. Все, теперь стоим, не надо там выпендриваться. Не надо... А, Алла, где? Где Алла с гемами? Понятно. Алла пошла, непонятно. Алла гем... так, с гемами... Соберите кристаллы, соберите кристальчики, пожалуйста. Так а как их собрать-то? Я бы с удовольствием бы пошел бы, да собрал бы все, ребят. Все. Все, уходим, уходим, ребят. Что-то я сейчас это буду тут вас... Я в тылу пробегал всю игру. Так, мы стоим здесь. Это 8-битышку я, наверное, ушатаю сейчас. Зря он сюда сунулся вообще. Хорош. Что-то вообще никчемный. Вообще никчемный этот 8-бит, если честно, как по мне. Так, ну что? Game over, вот именно, game over. Ну что, Алла, спасибо тебе большое за игру. Большое спасибо. И следующий. Так, а я вначале хочу посмотреть, что мы там за призы. Угу. Так, открываем. И здесь у меня мега ящик. Вскрываю. Так, и к нам присоединяется Виталий Сурских. Отлично. Привет, Виталик. Так, я получаю 20 силы на Брока. 21 силу на Рико. На Биби получаю 30 силы. На Ниту 41. На Кольта 45 силы дают. Удвоитель жетонов. И все. Да, как-то так. Ну что? Виталий, да, у нас играет? Погнали. Подожди, а Виталий, ты будешь играть вот этой? Она тебе нравится? Надеюсь, ты умеешь ей играть, потому что меня она не особо... Я Brawl Ball не люблю, мне не нравится. В плане? Мне что-нибудь такое, там либо горячая зона, либо захват кристаллов, но Brawl Ball не... А помнишь, мы с тобой в последний раз играли? Как это там называлось-то? А, простоять на зоне, может быть, в нее? Да, горячая зона, ну можно в нее поиграть сейчас будет. Да, можно в нее порубаться. Там, там вообще трэш, мы когда последний раз играли. Ну мы там, ну что, в принципе, неплохо. А, как... а здесь алкоголик. Здесь, друзья мои, алкаш. Алкаш. Погнал я, короче. Давай это, смотри, я, только это, я не собрал, употребляй тут... это. Там так... сивуху он гонит. Да я вижу, вижу. Причем такую жесткую сивуху он бодяжит. Галимая, галимая, прям сивуха такая прям. Вы его раскумарили, я смотрю? Да, там. Так, я пошел еще гем заберу. А вот это что за дядя? На отбой, на молоточке прыгает тут. Я не понимаю. Ему что, жить надоело, что ли? Видимо, да. А кого это там разобрали? Делать? Тебя, что ли, разобрали? Да, да, ну там этот просто сильный этот друган. Эдгар. Так, Ветль, давай, сматывайся оттуда. Нафиг, чертова бабка. Он сейчас к вам летит, Эдгар. Да я вижу, вот он тут шуршит. Алкаш этот бухарик тут. Все, наказал я его. Гем надо было забрать, блин. Ну, да, вот это у них пачечка тут жесткая, прям реально жесткая. Ё-моё, вот это я им подарок сделал. Вот а это ты я им туда, подарок вдаль, сделал. Биться? Я сделал туда и... Ну, в общем, тупанул. Погнали. Погнали, короче. Так, здесь отнимем сейчас. Окей. Все равно у них 10... Блин, время! Не получилось. Это моя вина. Это моя... А ты, был с... ты был с кристаллами, да? Я был с кристаллами, я пошел туда убить Барли, я его убил, а из кустов вышел вот этот хмырь, как его звать-то? А, ханыга этот усатый вышел. Да не усатый, а вот этот, который блин, на отбой, на молотке, блин. А, это. Вот, и он, короче, ну, меня попал. Я попал, короче, в его поле и, в общем, раскромсали меня. Ну чё, идем в этот, или как? Ну, в зону. Ну давай, в зону. Давай, попробуем. В зону, бери зону. Поехали. Пойдем. Кто такой огурчик? Сходим на зону. А кто такой огурчик? А? Огурчик это кто? Огурчик это кто? Это Виталий Сурских. Да? Это зона, да, у нас? Да, да, да. То есть мы должны... Подожди, а почему здесь две зоны? А тут может быть две зоны. А я вот стою в этой зоне, и мне нормуль. И мне тепло. А сюда ко мне что-то никто даже... Если тебе нормуль, то стой это. Мне ко мне сюда... А, вот, Кольт решил зайти. Ох, ё! Молодец. Ветль красавчик, поддержал бро.
Не дал, как говорится, рычку запроса так. Иди сюда, Пенни. Ну, вдвоем-то, конечно, они сейчас тут меня... Хотя ничего у них не вышло. Держим, держим, друзья мои. Илюха там тоже соло гоняет банан. Тихо, 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 тихо. Конечно. Тихо, родной. Ну, ну что ты, что ты, что ты, что ты, что ты делаешь-то? Ну, все, побед за нами, ребят. Ну, сейчас будет. Слушай, ну тут что-то вообще как-то на изи. Ну да, тут несложно было. Ну. Я там вообще пол игры один, вы там дрались, я простоял просто в зоне. И все, пока Илюха тут... Ой, Илюха, Виталий ко мне не подошел, не это. Ну, это уже как уже... Когда там вражина подбежала, он прикрыл меня. Ага. То есть я он понял. Этого, как его, Кольта подбил. Миша, ну, спрашивает, можно к, ним, к нам еще раз зайти со второго аккаунта? У него там другой аккаунт есть. А смысл? Ну, у меня там Сэнди есть. А что, такая Сэнди обалденная, что ли, это? Вот зачем вот ну, здесь? Ну да, да, говорят, вроде нормально. Ребят, ну, мне-то как бы все равно, просто как хотелось бы, чтобы все ребята отыграли. Я вот о чем. Ну! Хорош, Лех, прям лещей таких отвесил. Так а что делать-то, ё-моё? Естественно, надо лещей. Вот, вы там чувачка-то нормально глушите. Блин, что-то так пахнет вкусно. Какими-то котлетками. Роза, иди отсюда. Ау, подвис. Чего я там? Что-то? Что ты там подвис? Единственное, конечно, у... Что там захватила горячую точку? Какую за... точку она захватила? А почему на этой точке... Ого. А если я вот так сделаю? Вы держите точку-то? Да, да, да. Я не могу понять одного. Иди сюда. Иди сюда, я тебе сказал. Он хочет еще со мной потягаться, я смотрю. Хлыщ-то этот. То есть это точка наша, на которой я стою. Нам нужна ту, что ли, точку? Не-не-не-не-не, тут надо все точки сейчас. Тут. Ау. Ну что, хорошо, ау. Хорошо. Держите, держите точку. Так а что держать-то? Меня забомбили. Мы фейлимся уже, кстати. Что-то я не могу понять, что за дела-то? Хорош. Так а что хорош-то? Ну да. Так, стойте, вы стойте. Вы возьмете стойте, ту точку, точку или нет? Я не пойму. Меня замочили, ребят. Не можем, всё, вас тут разваливает. А почему? На вас пошли толпой. Да не знаю, мы нормально стояли. Я не могу понять, почему, когда я стоял на зоне, не было вот этого круга захвата. Это что означало? В смысле не было? Ну вот я стоял в этой точке, у нас не шли очки, не было очков. И не было вот этого круга, ну он захват, он был одного цвета. Это что означает? Я не знаю. Да нажимай, поехали. Блин, подожди, ты стоял на синей, да, точке, наполовине? Я вообще стоял вот в зоне, и она никак не двигалась. Ну то есть не было вот этого заполнения. То есть она была наша, как бы. Нет, тут точки не принадлежат никому. Ты просто стоишь на ней и так а почему тогда не шли очки? Почему не шли очки тогда? Странно, я не знаю. Нет, шли они все, я смотрел. Вот ты потом пересмотри видосик, я тоже пересмотрю. Там должны были идти очки, когда стоишь в зоне. Они да? не шли. Вообще не шли. А-а-а. Я не знаю, в чем проблема. Поехали. Поехали. Блин, вот мне не нравится у Эль Прима только одно. Во-первых, что он ни хрена не видит, кто находится в кустах. То есть, ну как бы, он видит, но это бежать в кусты надо, чтобы... Бомбить, короче. Mm. Нет так, у него Виталий, дальней атаки. Вот он стоит вот как дурачок вот так вот. А вот этот вот дебил Динамайк, блин, начинает вот из-под тяжка тут вытворять. Достал ты уже, парень. Давай, давай, дедулечку этого. Да к дедулечку, колбасть, меня видел кто? Вот. Там только твоя мессия должна быть. Ветер что-то там бегает, непонятно что шуршит. Сбоку. Мы проигрываем пока, кстати. Да, вижу. Так, хорош. Чего в зоне действия нет врагов, пишут? А, зачем да пошел как, туда? Как блин, он, надо было как из там... бомбить. Обалденно. Обалдеть. Пошли на ту зону-то. А чего вы все стоите-то не в зоне, я не могу понять. Вы какие-то немножко странные ребята, если честно.
Но... Так, пока мы ведем, да? Пока. Пока, да. Держите там точки, я сейчас подойду. Попробую подбежать, блин. Команда захватила горячую точку. Вот это что ли, говна кусок захватил горячую точку. Да что ты будешь делать? Так. Вали, вали этому. Лицо размалывай. Так я им нам пытаюсь, осталось совсем чуть-чуть. Так, ё-моё, вы стойте там. О, они же переплюнут. Все. Да что ты будешь делать, а? А чё ты не забежал в точку-то? Да как я могу держать? Меня поджимают. Нет, почему ты не забежал в точку? Так меня поджимали, там динамитом забрасывали. Ну, я не знаю. Я не успел, потому что, ну, я был вдалеке, если честно. Кого мы ждем? Кого ждем-то? Так, я не знаю. Ну, Виталий, все, да, наверное. А, Виталий уже сыграл с нами. А, он не в сети при этом. Так, давайте, кто следующий? Блин, ну как так жестко-то фейлимся-то, ё-моё, на пустом месте. Ну да, было обидно. Дай-ка я уберу Эльприма. Ну видишь, ладно, хрен с ним. Возьму Леона. Не знаю. А кто такой Леон? Леон это я. Не-не-не, Леон к нам присоединился, это чей? А, Леон, я не знаю, кто это. Кто это? Печатает что-то. Что он там печатает, я без понятия. Привет. Это мой второй каак. А, все, это Миша, я понял. Ладно, так, поехали. Так Миша сказал, что у него там какой-то супер-пупер боец. Ну, Сэнди у него. Вот это вот? Я не знаю, поехали. Так, подожди, ну Миша же играл уже с нами. Ну, сейчас играет еще, потом это, там Рома Позитрон хочет с нами сыграть, и я не, надо будет Вольта потом вернуть, Банвольт. А, Банвольт, да, который, кстати, не отыграл с нами. А, Миша, это, а, это не я? А, значит, мы ошиблись, но я не знаю, кто что за Леон. Зашибись. Кто это? Ладно. Ну, кто-то из подписчиков, а кто именно, я не могу сказать. Не знаю, я тоже не знаю, кто это, ребят, если честно. Так, держим пока зону. Так, я с Леоном. Я не знаю, кто такой Леон, если честно. Все, стойте там. Да я стою. Это с пылесосом достало, а. Стоим, держим зону. Ага, это что такое? Что это такое за... Да это пингвин. Создает такую ерунду. Да? Опа! Опачки! Погнали. Ё-моё, погнали! Люх, ты хоть... Когда бегаешь, ты хоть на зоне стой! Ты когда просто так обстреливаешь, это, ну... Ну, полная параша, короче, одним словом. Потому что очки-то не идут за то, что ты... Я понимаю, что ты прикрываешь там все это. Вот мне вот как вот с одной вот с этой вот жиробасиной, извини меня, драться одному. Мне никто тебе здесь не помогает. Утка прилетела. Так утка прилетела и сдохла сразу же. А мне вот с этой колбасиной драться здесь. Вот как ты мне прикажешь? Я не могу справиться с ней. Так правильно я... Она одна занимает всю территорию. Все, мы сфейлимся опять сейчас. Никто не поможет мне, ё-моё. Никто. Вы там вдвоем стоите, я здесь один против... Я не знаю почему. Надо Леону было подходить к тебе. Я не знаю, ребят, ну... Вы а, тоже... Ваня, не... я... Ал, я всех не могу запомнить, понимаешь? Я вот реально извиняюсь, если я неправильно назвал имя. Ваня зовут его, Вольт. Все, я понял. Так, я сейчас Фрэнка возьму, попробую Фрэнком сыграть. Слушай, ну мне кажется, первого ранга это фигня, да? Фрэнк первого ранга это фигня получится. Ну, я не знаю, но можно попробовать. Я за него не играл, я как бы не знаю, как он, насколько он хорош. Но мне кажется, для территории именно для... Да, ну... нормально будет, мне кажется. Он еще жирный при этом. Так вот о чем я тебе и говорю. Хо-хо-хо, что там? Пойдешь? Да я пойду, куда глаза глядят. Ага, и все, вот тебе и жирный. Взорвался, ё-моё, блин. Так, ты там... А, там Леон бегает. Там Леоныч, да. А ты взял кого? А ты кто это у тебя там? А, это Динамайк все у тебя тут пляшет. Ё-моё. Нет, я тебе скажу, что он первого ранга, но он не тянет. Не тянет. Хотя как не тянет? Довольно живучий мужик. Леон, ты бы лучше бы вот... Не тут бы. Так. Смотри, что он там. Ты запарил меня, парень.
Да чтоб тебя из-под тишка. Делать, а? И тебя завалили, и меня завалили. Ага. Погнали. Так потому что Леон, я там стою, а он да, хоть бы выбежал бы, хоть бы прикрыл как-то, я не знаю. Все, пошел я, короче, этого робота валить. Не! Ребят, не идет у нас игра, не идет. Ну здесь не идет вообще никак. Так не идет. Да меняй ты этого динамайка к чертовой бабушке, блин. Мы уже по два раза поменяли персонажа, ты все на этом динамайке сидишь. Да надо, надо. Как-то не сходит, не выходит. Да ну все. Ладно, давай сейчас другого возьмем. Я уберу, я не могу за Фрэнк. Фрэнк, он, понимаешь, если бы он был бы у меня хотя бы там 20-го, ну, 15-го ранга, он мало живучий здесь. Кто поставил Бродбол? Да я случайно. Леон, блин. Вот, я возьму, короче, этот. Улучшить. Улучшаю себе Пенни. Открылся у нее слот для гаджета. Подожди, подожди, почему? Дайте мне, пожалуйста, обратно. Обратно, где Пенни? Илья, как тебе мой скин Дуэлянт Кольт? Ну, прикольный, наверное. Я а что, никого я не видел его. Так, Роман. Позитрон, кто такой? Ну, Рома. Рома? Ну да. Все, погнали. А кто это такой? Это Снежок, что ли? Ну, это мой подписчик. Нет, я имею в виду... А, это... Что за персонаж? Ну, Лу, снеговик. Он, походу, механический. Потому что у него сзади, как у шарманки, есть эта ручка такая. Блин, ребят, ну надо реабилитироваться. Ну, что-то вообще... Да, что-то да, как-то пролетели прям знатненько. Nature. Блин, Кольт тут еще. О, молодец. Ух ты, снеговик. Он бросает... Он, по идее, должен снежки бросать, но он бросает... Ага, запалили. Молодец, красавчики, красавчики, дружи. Ну вот, у тебя вот этой бабенкой, наверное, нормально, лучше получается, чем этим. Хотя, ты знаешь, мне кажется, любой персонаж достоин быть... Ну, сам понимаешь, да? Быть тем, чтобы он должен... Ну, не всегда. Ну, не, ну, конечно, когда, например... В игре там, например, одни танки. Так, динамайк там стоит, я его попробую сейчас выкурить оттуда. Ау. Выкурил, блин, называется. Ну, этот Ромка Позитрон все норма сделал. Так. Помогаем. Норм. Так, динамайк там что-то выпендривается. Давай тоже, Позитрон, мы вдвоем этого динамайка должны наказать. Пускай он там свой динамит бросает. И наказали мы его, наказали. Стоим. Кольт, который бьет на опережение. Ау. Слушай, ну Ромыч молодец, красавчик, чё? Ромыч вообще сильный игрок. Снеговик у него нормуль так рулит. Простоять нам осталось совсем чуть-чуть, ребята. Ну они, видишь, они, блин, опять. Я пойду с Романом. Попробую ему помочь. Да. Молодец, 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 Илюх, простоял, все отлично. Вот, видишь, я видел, что позитрончик нормально. Ну, Ромка, точнее. Ну, Роман нормально там, раскидывал. Да, он мне помогал против динамайка там держаться. Он поехали. 24 на 7 играет в эту игру. Да? Ну, видно, что там юлил, бегал. Все четенько. Это не то, что я там раз в пятилетку зайду. Люлей получу и выйду. Так, погнали. Короче, я вот... Ой, блин. Дело дрянь. Ну? Помогите! Помогаю! Да какой ты помощник из тебя тоже, блин. Нормальный помощник. Все хорошо. Помогает он мне там. Даже сзади не мог прикрыть. Да ну получилось так. С булом с этим дебильным. Ну что, стоим. Позитрон один там справится, интересно? Да, справится. Сейчас проверим, как он 21 на 7 рубалит. Оу, бул. Блин, вот опять эта дурацкая привычка смотреть на тебя и думать, что это мой персонаж, блин. Вот ненавижу вот это, когда так получается. Так. Так, тихо. Блин, достал уже, а. Я видел, что Илюх тебя там прижучил, этот хмырь болотный. Сейчас я его попробую здесь прижучить. Прижучил, блин!
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как так? Как так, ребятушки? Ну как так-то, а? Ну тут да, прям жарят нас хорошенечко. Ну ты посмотри, жарят нас хорошенечко. Это мягко сказано. Вот, даже позитрон взгрустнул. 28. А шло все нормально. Да блин, мне надо другим персонажам играть. Я не могу вот этим играть. Не могу. Нервируют, а у меня нет других, понимаешь? Я хочу другим сыграть, а у меня нет прокачанных других персонажей. Приходится вот этим фофлом играть, блин. Я тебя понял. Лех, прям секунду, сейчас я отключусь и вернусь. Давай, давай. Я пока пораздумываю, кого мне, блин, взять. Твою ж налево. Ну не хочу я брать Розу. Була не хочу брать. Хотя Бул здесь крепкий был бы. Джесси опять же. У меня так получается либо Джесси, либо Эль Прима. Это Динамайк, да, у тебя, Позитрон? Так, это я не знаю кто. Скины. Ну ладно, попробуем. Блин, надо мне кнопку на суператаку поставить, чтобы не кликать на нее мышкой. Иногда просто не видно ее. Кто-то там упал. Илюх, ты что там упал, что ли? Ё-моё. Ну. Так, Ромыч, ты, я так понимаю, будешь брать Динамайка, да? Окей. Илюха будет играть за Фараоншу. Или кто она там? Я буду играть за Жарабаса. Надо его поднять до 20 ранга. А какой тут максимальный ранг? У Бравла 20, по-моему, да? И как вы делаете вот эти вот смайлики, а? Скраб. А, спайкраб. Думаешь, так будет лучше? Я сомневаюсь. А как улыбочки-то эти сделать уже? Не помню. Так, новый рубеж. Нужно получить больше трофеев. А, мне осталось чуть-чуть трофеев, и я получу себе Динамайка. Вот так вот. Ну что, все, ты готов, Илюх? Или там что у тебя? Все, готов я. Это, вернулся. Мне просто попросили позвонить в бассейн. Сейчас чуть попозже позвоню. Так, ну что, готовы? Поехали. Поехали. Также в горячую зону играем. Да, пока в горячую зону. Окей. Которая ладно, что-то у нас как-то не заходит, горячая зона, блин. Да что-то да, как-то не складывается. Вообще не складывается. Вообще никак. Так, надо сейчас это будет Вальта пригласить, а то он присоединился, мы его кикнули. Я просто, честно, это, подумал, что он не наш. Ну видишь, подумал ты. Много думаешь. Это кто у нас? Этот что ли, блин? Это Мортис. Я понял. Ну пускай сунется только. А этот ждет момента, да? Зря ты так, бро, зря. Так, я надеюсь, позитрончик там нормуль? Справится? Ага. Романыч там сейчас разрулит просто тему. Ты думаешь? Если не знаешь, что делать, запускай Романов в пачку, в бой. Не знаю. Надеюсь, у нас так же тогда начиналось. Вроде все четненько, а потом сдулись на нет. Пойдем сюда. Слушай, меня достал этот Барли, блин. Пойду ему морду начищу. А? Зря я, наверное, так сделал. Так, вы держите зону? Держите. Я зону ставлю, держу. Блин, ну как-то плохо мы держим зону-то. Мортису я вижу, вижу. Мартуха. Колобруха. Так, Барли, давай, ушатай Барли. Офигеть, ушатали. Но мы победили. Все, победа. Мы победили, но чуть не сдохли. Видишь, вон Ромыч в лидерах, елки-палки.
Так, поехали еще. Ну, тут уже сработало. Не, ну ты хотел вроде бы... Вроде позитрон уже отыграл сколько, Ромыч, раундов? Ты же хотел... Ну, давай еще один разочек с Ромычем, потом сейчас будем Ваню брать. А Ваня это кто, Ваня? Это Вольт, Вольт. А, Вольт, все, понял. Тоже он присоединился, мы его выгнали. Я его выгнал. Блин, что-то чувствую себя каким-то набососом. Просто набососом. Не, ребят, ну я держу себя в руках, понимаешь? Я держу себя в руках, я контролирую, я вроде не ругаюсь. Ну, ты ни разу не матекнулся, вот в чем дело. Вот, и это хорошо. Потому что меня смотрит... Ох, да ты засадил. Я засадил? По самые уши. Я ничего не засаживал. Ты там засадил, там прям знатненько это... Пришел, прилетел к этому-то, метеорит этот. Это не мой был. Как не твой? Не мой. Ты не вызывал метеорит, что ли? Я не вызывал. Да не может быть такого. Не, я не вызывал, тебе говорю. Да ты достал уже, а! Бесит просто уже. Держим, друг. А вот сейчас будем вызывать. Ха-ха-ха! Ну бас, иди сюда нафиг. Че, воу, че, воу, воу, воу. Давай накроем его. Ах ты, собакин хрен. Держите, держите, ребята, держите. Как он умудряется и оттуда прикрывать. Молодец, красавчик. Так, я вижу вражину. Отлично. Ага, наш пошла реабилитация, ребят. Пошла. Так, ну что? Теперь ну что, вы... Романа выгонять нельзя. Нет, ну, нет, ну, играть-то надо по правилам, ребят. Я понимаю, что нельзя там. Так, я что получил? Подожди, подожди. Ваня, пригласим. Я получил Динамайка, я забираю его, ребят. Ваня, извини, пожалуйста, что я тебя Витей называл. Просто реально, ну, я не всегда всех могу вспомнить все имена. Ты должен каждого своего подписчика знать по имени, Илюша. А когда их миллион будет, что мне делать? Должен знать каждого, в этом вся соль. И каждый день рождения каждого знать, да? Каждого должен знать день рождения, фамилию, имя, отчество, год рождения, где живет, какую школу ходит. Вот так вот. Все это как-то генеалогическое древо, да, от бабушки. Да, все, абсолютно. Какого бойца мне взять? Да бери любого, главное, чтобы весело было. Вань, любого бери, вот кого хочешь бери, вот реально, просто без напряга. Будешь фейлиться, будешь получать, вот и все. Он взял Мортиса, я так понял, да? Или нет, это дед, по-моему, да? Или кто это? Или это скин Мортиса? Миш, сейчас со второго акта зайдешь, мы просто, видишь, так... Тогда Ваню кикнули. Блин. А мы что, взяли гемы опять? Я случайно поставил. Я что-то на автомате их поставил. Ё-моё. Ну ладно. Ну давай погеймимся немножко, ладно. Давай погеймимся. Не, мне как бы... Мне только в прикол. Это кто бомбочки? Блин, это ты. Ты же вечно со своими бомбочками. Так, они меня что-то тут одолели. Угу, красава. А забирать гейм это что-нибудь, ребят? Вы я им что ли дарите? Вулфис давит. Кто тебе? Какой там Вулфис давит? А Вулк мне пристал. Он захотел нас. Вас меня. Двое, вы не могли он справиться. Унитаз железный бегает. Сейчас я этого унитаза подобью. А что не присесть и насрать меня? Ну и все. Вас. Ай, вас собака, Бул разбирает, как сосунков. Вас Бул разбирает, как сосунков, ты понимаешь? Меня, в принципе, он тоже как сосунка. У него скин. Скин этот. Пошли забирать-то эту фигню. А чё он мой замер, блин? Мой в стане был или в чем я не знаю, ребят. Ну, понимаешь, мне нельзя с геймами ходить. Я понимаю. Мне, я должен, как тебе сказать, я должен оттачить. Иди сюда. Достал уже. Погнал. Своей киркой долбаной. Так, ребят, нам еще три гема и все. Нормуль. Так, что он там делает, Булл? Да достал ты, Булл, ко мне приставать, ты чё? Чё он там активирует постоянно, какой-то щит? Что это за щит у него, блин? Да это пояс верности запускает себе. Да? Так, стоим, нам один гем всего нужен, ребята, один гем. Ждем его, забираем и валим. Пошел я, короче, вас прикрывать. Кто, что, у них гемы все? Да.
Нет. Как так-то, ребят? Все, все. Уходи, Ванька, уходи, Вольт, Вань. Уходи. Вань, красавец, просто уйди, Вань. Вань, уйди, и дальше мы будем тут стоять и... Такое ощущение, вот представь, что тебе пенсию выдали. И да, тебе надо а на улице ждет банда. Отобрать твою пенсию. Эй, эй, стой, я прикрою. Да куда я стоять не могу? Давайте, валите, валите этого. Да как нам подогнать его, он сейчас на ускорение усмотается, ты понимаешь? Блин, ну дедуля же мог же бомбануть-то. Офигеть, ребята, ну это трындец. Ладно, у меня нет дальней атаки. У меня нету. Ну, кто со мной бежал? Вольт, у него же была же дальняя атака. Вот у этого деда же есть дальняя атака. Почему он не мог ее использовать? Я не могу, да, у меня ближний бой. Он бежал от меня там. Да. Ну, ладно, ну, получилось так получилось, ладно. Хорошо, так все, отбили уже кристалл и потеряли. Так в том-то все и дело. Кто туда сунулся вперед? Я не понимаю, зачем? Че за выход-то? Кто? А, зона. Горячая, сейчас. Да нормальная была и здесь зона. Ладно, давай горячую зону, поехали. Блин. Поехали. Блин, опять в убыток иду. Ё-моё. Не успеешь набрать немножко репутации, опять ее скидываешь. Блин. Что ты? Виталий, у Лехи Луни. Лех, у тебя будет Луни вообще на канале? Это кто спрашивает? Виталий спрашивает. Виталий, это не ты лесом? Лес. Нет, нет, не он. Нет. А то там есть один лес, как там. Лес там называется, никнейм. Вот он меня немножко одолел, если честно. Ну, немножко это, наверное, мягко сказано. Не то, что мягко сказано, вообще просто. Есть, ушатал. Ушатал, шайтан. А чё мы фейлимся-то, ребят? Эй! В плане... Блин. Иду на помощь, ребят. Блин, пришел на помощь, называется. Распечатали. Да, тут, конечно, Бульчан просто разрывает нас. Да что он там разрывает? Разрывает у нас там. Нас не Бульчан разрывает, нас разрывает, что надо... Как это сказать? Ну, что там идет сюда? Я не понимаю. Нет, надо Вольту менять. Старика этого, у него хреново получается этим стариком бомбить. Он больше там прогорает от старика. Нет, не то. Старик, вот этот старик вообще... Ну да, ну нет, он сильный, но он... Он в нашу команду, да. Но он вообще не вписывается. Ну да. Непонятно, будет Луни, а то не слышно его. А, слушай, а почему тебя не слышно? Кого, меня? Ну да. В плане не слышно. Сейчас. Говорят, не слышно твой голос. Не да всегда ну, слышно. Брось ты. Сейчас, подожди. Ты же меня слышишь? Я тебя великолепно слышу. Не знаю, почему они ну не слышат. Ну и все. Так. О, хорошо. Сейчас, подожди, мы тебя сделаем. А. А ну-ка скажи что-нибудь. Всем привет. А, ну... Так, а... Чего? Ну все, ребят, все, я сделал его погромче. Ну что, погнали? Погнали. Я смотрю, кстати, у Вольта здесь, на этом персонаже, есть этот, как его? Как он называется, скажи мне? Зеленый-то этот, блин. Зеленая пакость, короче. И мы все как эти, как и... Иди туда, короче. Я буду здесь. Нита. Ах ты, Нита. Давай, удар, метеор. Достала она меня, эта Нита. Блин. Я стою. Хорош, стой. Так я-то стою, блин. Какой-то дурацкий метеорит вот этот. Я не могу. Они все прекрасно его видят и убегают. Хоть бы раз кто-нибудь попался под него. Нет. Попадались. Не попадались никто никогда. Так, тебя там спрашивают это. Задают вопрос, будет Луни или нет у тебя на канале. Я сам как Луни, ё-моё. Ребят, ну вы не отвлекайте такими вопросами. Ты посмотри, мы опять это... Илюх, ты бегаешь...
Да я бегаю, не знаю. У тебя есть отмен. Эльприма? Эльприма есть у тебя? Ну, есть. Вот бери, блин, Эльприма, и будем сейчас Эльпримами, блин. Я не могу. Стойте в зоне, стойте. Опять у нас, видишь, как идет. Мы, наверное, потому что раньше с тобой, ну как, предпочитали стоять в зоне. А теперь мы с тобой больше охотимся на них. О, опять фейл. Да чтоб тебя, ну, чтоб тебя. Ну, я не знаю, ребят. Криворукий я, наверное. Автокликс. Да, не только ты, и я. Бомбочки, я вообще ногами играю. Бомбочки. Кстати, я видел недавно чувачка. Он уже, правда, год где-то не стримит. Без рук, ногами играет. Counter-Strike, да, играет? Да. Паренек тут, да? Ну, да, чем-то на тебя, ну, я имею в виду, не похож, а я имею в виду тоже такой с бородой, это, ну, такой. Да это я был, я просто руки спрятал. Так что мы, что выходим-то, я не могу понять. Давай, вот так возьму. Ты думаешь, так будет лучше? Да попробуем. Блин, как же, блин, меня... Не, давай я лучше. А что я, почему я переживаю, блин, за эти гемы? Ой, за гемы, за эту, как она называется-то? За кубки, да. Играем по фану, ё-моё, такое ощущение, как будто я здесь этот. А не знаю, что ты пыхтишь так это. Как будто я здесь этот, как тебе сказать, знаешь, на рейтинге иду, блин. Ага. Надо играть проще, проще, ребята. Опять Динамайк. А это кто у тебя? Вот этот кто с мечом? А, Бул? Булочник. Ну, девочка. Ага. Стоим. Пора ее угостить. Достала она уже тут мотыляться. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, снеговик. Стоим на смерть. Ты там справляешься? А что с игрой? Блин. У меня обрывы какие-то происходят. Да, ну там сигнал, да, этот такой, да? Да, сигнал, типа, да, да, потерян, да. Давай. Пингвин, ты заколебал. А что ты не уничтожишь что-то фигню? Пытаюсь. Понял, Люк. Так, я попробую сейчас пингвина наказать. И, ох ты. Все, вернитесь в зону, кто убежали-то? В зону вернитесь, так зачем вы побежали убивать их? Кого? Ну, этих. Я не знаю, мне захотелось тебе помочь. Ты там не справлялся. Туда же почему-то рванул и... Не знаю, зачем вы так делаете все. Зону, зону, зону. У нас осталось там 5% всего. Так я пытаюсь. Вы тоже что-то все поубегали с зоны. Я не понимаю, зачем вы так делаете. Все, все, победа. Отлично. Фух. Да, вот тебе и фу. Замечательно. Что, обратно играем, что? Ты у нас это, топ? Кто? Этого боя был. Да чё? А кем я должен быть, как не топ этого боя и последующих боёв? Чё вы там? Ну, да. Я ждём. Это кто такой, снеговик? Или кактус? Я не знаю. Бешеная какая-то херня. Что за скин-то? Кого? Кто это? Кактус или это снеговик? Я Ладно. Не знаю, кто это. А ты будешь Булом, да, играть все-таки, решил? Я за Булом, да, побегаю. Ну, но... пока он сработал неплохо. Так, это Роман завис там у нас? Решил взять этого, да, все-таки? А это этот, Никита. Какой Никита? Ну, мой подписчик. Я уже запутался в твоих подписчиках, если честно. Никита, я Рома, честно. Ваня, Миша, Гриша, не, Илюша, Крюша. Самого начала со мной был. Вот практически с самого начала. Моего начала, ну, как твоего начального стрима? Ну да. Я он понял. Изначально пришел на стрим просто. Я не знаю, кто это такой. И до сих пор не выйдет, да, никак? Да никак не выйдет. Я все пытаюсь его выгнать, а он не выходит. Да достал мне этот мелкий робот. А это кто там бежит? О, у кого-то уже пес есть, прикинь. Ты представляешь? У кого-то что уже... Делать? Я не знаю, что ты делаешь. Это он это. Кстати, неплохой боец.
Но это знаешь за что они? За деньги его приобрели. Донат, донат. Так, подожди, вот это... Либо не за донат, либо у них были просто эти кристаллы. Молодец, вот этот чувак с киркой, как его там? Нормально так... Ну это тоже 24 на 7 играет. Справляешься? Ни хрена ты не справляешься. Давай, вдвоем, нет, нифига. Избегают. А чё, а ты-то как? Да меня завалили там. Бобоух. Слушай, у нас отрыв в мизер идет. Понимаешь? Так, все, занимайте точки. Так занимайте. Занимаю, я занял точку. Эта хламонка меня травит. Эти торпеды выпускают тепловые. Сейчас все пойдут к тебе. Вы там как, справляетесь? Держитесь, ребята, иду на помощь. Минус. Хорош, хорош, Лех. Да качок, хорош. Держись, не гони, гони, Заня, не гони, все, забирай. Все, мы выиграли. Фу! Реабилитация. Кравлер. А, Клевер Боуэн. Если да, сменять Никита, мы будем всех в одно. Не, Ром, дружеской не будет. Мы знаем, как вы играете, поэтому смысл играть в эту дружку. Ты о чем сейчас? Да это они там дружескую спрашивают в этой игре. Не понял я. Ну, можно дружескую создать. Не на кристалл, не на гемы, там, не на все такое. А вот просто дружеское создать бой. И ничего, вот кубки теряться не будет за это. Просто вот толпа подписчиков против, ну, там, мы с тобой или... Так либо они нас размажут все. Ну, это я про то и говорю. Не, давайте так поиграем пока что. Это какой-то... Они нас просто размажут по стенке. Как жвачку от подошвы, просто вот так вот. Роман постоянно предлагает. Давай я с кем-то там... С кем он там предложил? Давай я буду с кем, ты будешь там, подожди. Пишет мне. Я буду с Никитой, что ли, да? Ага, с Никитой, и мы будем, конечно, всех рвать. Еще бы вы всех не рвали. Ну что, вы готовы? Рвуны. Миш, сейчас будет. Мистер Утка Оу. Мистер Утка. Это в плане, кто такой? Что? Что за Утка Оу? Да это там кто-то пришел в чат, написал Оу, Мистер Утка. Я не знаю. А, Мистер Утка. Мистер Утка с промежутками. Ладно, пошли. Я пошел, я этого ханолька попробую вальнул. Я вальнул его. Держим. Ты там справишься? Я бегаю пока, блин, опять алкаш идет. Так, это Виталий или Ваня? Блин, я уже забыл, как опять. Никита. Никита, конечно же, Никита. Конечно же, Никита. Просто одолел меня уже. Иду тебе на помощь. Так, уходим. Ушел, блин. О, так тут вообще почти сухарик, друзья мои. Я там просто от этих уворачивался, от плевков от этого. О, бедный Никита, подбили его, малька. А что, я не могу двинуться? Блин, тут какие-то... А кто это так делает? Какие-то шипы повыставлял, и я не могу через них пройти. Ну, вся победа. Ну да. Слушай, а кто так делает, а? Выставляет шип... А чё вы? Эй, зону-то возьмите! Да всё. Кто делает такую фигню, как тебе объяснить-то? Короче, территорию перекрывает лозой. А, это, ну, насекомое там одно. Так, подожди, это, у него нет насекомых, у него, смотри, в команде кто был. Джеки Плис, это толкаш Бухарик. Маргинал, это туалетный утенок. И Денис, я не знаю, там... Мозг в бутылке, вот смотри, видишь? Ну я говорю, аквариум на колесах, вот этот херня. Вот он делает, да? Он делает? Да, это? Да. А, да. Ты жучара. Понял. Так, давай, Никита, еще один бой с тобой и заканчиваем. Следующего берем. Погнали. Два метателя в команде, жди беды. А кто метатель у нас? Я не метатель. Там у них в прошлой команде был. Можно мой друг сыграет с вами? Никита, да можно. Если он у меня в друзьях есть, пожалуйста. Ну да, мы, ребят, без левых играем, как бы, только со своими. Луни Савка, привет. По поводу Луни, ребят, я не знаю, мне кажется, что вам, наверное, хватит в Луни именно... У меня, мне кажется, Илюхи, хватает. Да, Илюхи, вам за глаза просто хватит.
Поэтому, как бы, ну, нет смысла. Вы думаете, что у меня что-то лучше или больше? Нет, ребята, у меня меньше. Так что, как бы, особо обращаться не стоит. Ё-моё. Блин, мне никто не помогает. Мне никто не помогает. Ты один там, да, справляешься? Молодец, держись. Ай, не, ну не можешь, не могу уже. Я не, ну ты нормально поддержался, все пучком. Я помогаю, я пытаюсь. Ага, займись, пожалуйста, этим мусорщиком, который там. Ага, он тебе перекрыл путь. Деревья высадил. Вот об этом я тебе тогда и говорил. Или Примыч идет. Ну ладно, давай поборемся с тобой. На кулачках. Держи, Илюх. Я сделаю сейчас вот так вот. Ну. Есть контактиш. Все, друзья мои, победушка за нами. Найс. Слушай, ну пошла маза. Вот сейчас пошла маза. Я прям вот вижу по своим этим. Я уже 18-й ранг получил. 18-й. Когда будет серия по Castle Storm 2? Слушай, хотел сегодня сделать, но... не получилось, потому что, ну, я опять же говорю, дела, квартиру купил, обставляю, сейчас езжу, как бы, ну, а нет возможности. Сейчас, видишь, на первом канале, вот на этом, на своем основном, больше видосов выходит. А там я прошел же Цусиму, призрака. Прошли мы Дайсгоны. Сейчас не знаю, что делать. Надо допройти Castle Storm и надо переходить в эту, Call of Duty проходить, потому что я ребятам уже давно обещал холодную войну. Вот. Но тут видишь, какая это. Сейчас в Steam вышло две новые игры. Повелитель света, которую я давно хотел. Она, кстати, для любителей, наверное, зайдет тем, кто любил в свое время маленьких титанов. Пошаговые бои. Это из мультсериала. Герой по мультсериалу. Как они там называются-то, я уже не помню. Ну, в общем, игра вышла только сегодня. Вот, она такая детская рисовка. Вот я ее хочу на второй свой канал начать снимать. И, кстати, по этому, по игре зомби. Кстати, она только вчера или когда появилась в Стиме. Этот, армия зомби, четвертая. Тоже нужно ее... Опа, ребят, я получаю нового бравлера. И это Макс. Фигня, да, какая-то полная? О, нормально, пойдет. Пойдет? Так, подожди, сейчас, секунду. Бравлер, сейчас мы с тобой сыграем, прям секундочку одну, прям, я забыл тут это, здесь, Миша, какой у тебя аккаунт, скажи, пожалуйста, сейчас сыграем, обязательно, ну, ладно, ну, давай, сыграем сейчас, Миш, ты скажи, аккаунт какой, и мы с тобой сыграем. Вы во что там хотите играть-то? Да он просто, я это забыл про Мишу, что Миша к нам хотел присоединиться, сейчас присоединился к нам Бравлер, это друг Никиты. Угу. Мистер Утка, про пиар-клуб, пожалуйста. Ну, я не знаю, ну, напиши мне название его, я не знаю. Так, а мне тут можно улучшить. Луни Савка, Рэй, а можешь спросить, почему ты перестал играть в Луни? Илья, ты пропал куда-то. Я пропал, алло. Да, ты не договорил, чего, куда, чего я Сейчас скажу. Луни Савка спрашивает. Рэй, а можешь спросить, почему ты перестал играть в Луни Тун? В Луни Тун? Да. Ну, все спрашивают, не знаю, почему. Слушай, ну я как бы... Во-первых, когда я ее снимал, мало кто смотрел. Начнем с этого. А зачем снимать, как говорится, то, что не требуется спросом? Тем более, ты сам прекрасно знаешь, сколько нужно сил потратить в эту игру. Это же фарм и еще раз фарм. А да. У меня помимо того фарма, вот сейчас вот Ревенгард, где своего фарма хватает, плюс черепашки ниндзя, там тоже хватает. То есть как бы еще одну игру, мы с тобой тогда говорили по поводу этого, да? Что много игр тоже не есть хорошо брать. Да. Не очень хорошо, лучше там 2-3, но конкретно снимать. Так, ребят, мы это... А так, если кому-то надо, если... Не знаю, но мне кажется, что Илья очень даже неплохо играет в эту игру, как бы... лично я доволен. Вообще, Илья по поводу вот этих вот игр, где... Дисней, волшебный мир, вот это вот, потом битва вот эта волшебная... Я считаю, что вообще идеально играет в такие игры. Я, в отличие от него, ну... Вообще, ну никак. Никак у меня не получается.
И толком я не понимаю вот эти вот команды, синергия, вот это вот всего. У меня не хватает до этого ума. А может быть, желание или терпение. Слушай, достал меня вот этот Кнобель, блин. Как туалетный. Чё он так делает? Зашибись, он подпрыгивает и... Слушай, мы фейлимся. Начинаем фейлиться. Да вижу я. Я вижу, ты видишь. И что? Встали мы все в одну точку. Молодцы, красавцы. Лучше, блин, не придумаешь. Пошли быстрее сюда. Трындец. Ну что-то не получилось. Так а чё, я не пойму. Вот этот вот говнюк меня достал. А, показываю. Какой? Да вот этот вот красный звездный игрок. Чё у него за... Да, он подпрыгивает и бьет. Подпрыгивает и бьет. Он когда падает... Есть такое, да. Он когда падает, все отлетают. Понимаешь, в чем дело? Я-то в этих бравлерах пока еще вообще дуб-дубом. Я не знаю половины из них. Кто чем там занимается? Какая против него тактика? Луни-тавка, можно с нами будет сыграть? Сейчас это... Миша с нами сыграет разочек. Rave, Stick, Work, Legacy, вышли новые ежедневные... Так, сейчас, подожди. Я знаю, ребята, я попытался пройти, и у меня такое ощущение, что его просто невозможно тот уровень первый пройти. Да ё-моё, он на опережение бомбит. Так, пошел я туда, к тебе. Буду здесь стоять. Тут как-то поспокойнее у тебя. У тебя вообще какие-то зоны спокойные, блин. У нас там вообще трэш творится. Вон, я вижу, там бедный бравлер пыхтит, пердит там. Я не знаю, что он там делает. Не, а это Кольт, это Кольт. А ты-то где, Илюх? Да меня завалил Кольт. Понятно. Я отомстил за тебя. Красавчик просто. Так, ё-моё. Ать! А меня наказала бомбочка. Ну, Родина тебя не забудет. Ронин меня не забудет никогда. Так, Кольтуха. Смотри, что делать. Смотри, что творят, а. Ну, надо зону забирать там. Нам залазить в зону. Вы стойте в зоне, ребята. Я, короче, понял их фишку. Слушай, они преимуществом берут сейчас. Сейчас нас раздавят. Да, да, надо нам залазить и забирать сейчас. Пошел я забирать. Нормуль. Мортис, молодец. Чуть-чуть бы не сфейлились, если честно. Смотри. Молодец. Ох. Красава. А как они вот эти вот делают? Бэтмен, донатер. Что вот, как вот они делают себе такие никнеймы? А там это за покупать, а вот что-то надо. Да, за этот, за. Бравл Пас, по-моему, там. Да? Лёх, нажмешь это играть? Конечно, нажму. Уже нажал, уже играем. Все. Погнали. Лёха, а что за Ривенленд? Виталий спрашивает. Виталий, ну ты это... Ривенгард. Какой Ривенленд? А, Ривенгард? Да. Ну, Ривенгард, которую я... Ты хотел же войти в клан. Кто там звенит? У тебя, что ли, там? Или я? А? У тебя там звенят, что ли, часики или колокольчики? Я не знаю, что у тебя там звенит? Восьмибитка, что ли, это звенело так? Да. Своей вшивой книгой. Давай, Мортис. Ну уж восьмибитку не подбить. Блин. А чё вы так фейлитесь-то, ребятушки? Эй. Я-то чё, я чё могу сделать? У меня тут этот... Вон тот, вон хрипоносый тебя валит. Да это наркоман меня завалил. Я не знаю, ребят, ну как так-то? Восьмибитка, ты достала. Вот меня пес этот достал, а? Да, друзья мои. Так, ты захватил там точку, да? Держите ее, держите. На точке. Они все сюда переметнулись. Ну нет, мы проиграли. Так потому что мы одну точку не можем, вот эту вот точку, просто ее удержать. Я не знаю. Ладно. Почему так получается? Забейте против вас контра. А, понятно. Чего? Чего контра? Ну, контр-пик, я не знаю, что это такое. Типа того, но они круче будут, все равно. Не понял ничего. Так, ладно, все, с ним поиграли. А дальше кого возьмем следующего? Миш, какой твой никнейм-то? Напиши. Кого приглашать-то к нам в команду?
Рика, да? Все, понял. Отлично. Ну, все? Так, ты готов? Погнали. А что, ты думаешь, вот этот вот туалетный утенок будет нормально? Какой? Ну, снеговик. Ой, этот пингвиненок. Пингвиненок хорош. Хорош, да? Да. Блин, плохо, когда нет вот этих бралеров, и ты не знаешь, кто хороший, кто не хороший. Кстати, я заметил, что никто из наших вот не любитель поиграть Пока. А в топовых командах, я смотрю, Пока вообще только в путь зажигает. Будем честны. У вас там как, нормуль? А вон как раз у врагов и Пока. Молодец, подбил. Но только все равно как-то хреновенько. А кто у тебя? Кто это такой-то? Понял. Отбойник. Да ладно, своего мишку вызвал, да? Вот предположим. Ах, ё-моё. Пингвинёнок разбрасывает сундучки, там только шорох. Так, я иду к тебе на помощь. Пока там, говоришь, мешает тебе. И Нита. Так, ладно, стой здесь. Блин, понятно все. Иди, иди на зону встань. Так куда зону-то? Ты видишь, медведь идет. Сейчас пойду встану на зону. Получится. Фига он тут приборзел. Так, теперь Пок опять там, да, стоит? Есть. А, нет, меня убили. Я думал, что уже... Все. Все, отлично. Фу, Пока ну, стал мусором и играбельный только с гей-пиком. Два танка и Пока. Ну, в принципе, да. Я и видел вот такие вот командочки. Ну, гей-пик, да, так называемый. А гей-пик это про то, что ты говорил, да, Илья? Ну, два танка, да, и Пока идет. Почему за это гей-пик? Я не знаю. Магический треугольник, ё-моё. Рыничок. Да-да-да. Наживка рыбья. Ну что, давай. С рысом, да? Как оно такое там? А чё вы? Ну, мы тебя ждем. В плане. Я же нажал готов и ждал вас, а вы что-то отключились все. А, да? Слушай, а сколько мы уже дринкаем? Мы уже, наверное, больше часа. Ну, мы уже, да, больше часа играем. Уже больше часа. Я думаю, можно уже сейчас потихонечку, да, сворачивать. Да, 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 я и этот. А то ребята устали уже смотреть на наши тут фейлы, блин. Блин, культ этот. Так, ага, он кем? Сонька играет, Соней. Соню я знаю. Соня-то... Оу! Йо-хо-хо! И бутылка рома. А кто там такой? Ты, что ли, там в невидимку превратился? Слушай, точно. А слушай, если Лео делается невидимкой, то он территорию берет или не берет? Понял. Ну вот он на невидимке берет, интересно, эту. Как объяснить-то тебе? То есть в невидимости, если я стою в зоне, она будет засчитываться? Да не знаю, да, наверное. Вот и я не знаю. Там уже бунтуют, хотят дружескую. Да какая дружеская, ребят? Какая, блин, в попу дружеская, я не пойму. Ты посмотри, что тут творится дружеская. И, ребят, меня тут сейчас закромсают, блин. Да давай, Лиса, разваливай, во, хорош. Да кольт, блин, вшивый, вшивый кольт. Победили мы. Да какой, сейчас смотри, сейчас фейлимся на последних секундах. Ну а что, где сфейлимся? Нормуль, уговорили, все, отлично. Рика, красавчик. Вечный Сонька. Ага. Так, ну давай еще один бой, да, и все. Нажимай, ну, играть. Наверное, да. Я хотел, я тут надо было это еще. Да я хочу проверить сейчас, надо донат может себе бросить. Я хотел там проверить этот. А что? Да, это, новую эту, как он называет, там поменял. А, то, там что, то, что я тебе сказал тогда? Не-не-не, я поменял себе этот, как он называет. Не, я то не брал, я пока что. Я поменял себе эту картинку донатную сейчас закину себе. Хочу проверить просто ради интереса. Йо, просто... Хорош... Соня, о, давай. О. А, нифига. Слушай, ну тут, по-моему, без вариантов. Тут, ну, громила. Да, тут громила. И он будет глушить. И он будет глушить. Мало того, что он глушит, он еще офигенно наяривает.
Да, последний бой я никак не так хотел закончить. Я хотел триумфальной победой. Так, я вот так вот метеорит туда. Нет, 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 не получается. Не могу. Вот этот гаденыш вот и делает такую гадость. Там у них что, еще кактус? Кактус у них еще. Правильно, он сейчас своими шипами нас бомбанет. Вот как вот Фрэнка бомбить? Вот объясни мне. Да я не знаю, его такую жирным сделали, вообще просто убиваем. Вот как его бомбить? Даже Кабанил, такой прям. Даже Эль Прима просто... Понимаешь, дело в том, что он когда ударяет, он оглушает врага, ну... Оглушение делает, и никто ничего не может... Ровенгард, Виталий, сейчас я не пойму, что он спрашивает. Ровенгард попробовать решил, или ты тоже? Ну да, я хочу поиграть, я у Лехи насмотрелся видео, и мне прям захотелось поиграть очень в эту игру. Так, ну что, Лех, да, заканчивать, наверное, да? Слушай, да, я не знаю, Илюха, если что, можно завтра продолжить. У меня завтра свободный день полностью, поэтому... Да, но это у тебя свободный, а у меня, видишь, как всегда... Ну, вечером, наверное, будет свободнее, скорее всего. Вот где-то сегодня. Давай соберемся, пересечемся. 6-7. Можно не как стрим, а так просто ролики позаписывать, да, как думаешь? Или ты как стрим хочешь? Нет, мне без разницы, ребята, как хотите. Если ты проведешь стрим, я с удовольствием у тебя поучаствую. Ну, я не умею делать стримы. Это давай настроим его тебе, давай запустим его завтра. А во-вторых, я тебе еще раз говорю, мне кажется, интернет не потянет. Мы с тобой тогда хотели... Интернет потянет, великолепно. Мы тогда хотели с тобой настроить, но что-то у нас как-то все из-под контроля вышло. Вот, давай последний бой вот этот сыграем. Давай. Довелием лайком. И давай. Погнали. И давай это, может быть, это не горячую зону, а это крест. Ради бога, что хочешь. Ну, поехали тогда. А ты все-таки решил отбойный молоток, да, ставить? Не, я хочу дедули, наверное. А тем более, если стрим делать, ты представляешь, по каким играм? По Android играм стрим делать вот мне? Так это да нужно... делай по Бравл Старс и поехали, поугараем так же. Я у думаю, тебя что... народу будет куча, подтянется, столько народу у тебя будет. Я с Бравл Старсом психом стану. Да, а я что не становлюсь, я потихонечку приезжает уже. Зачем надо быть психом? Я после сейчас стрима этого пойду себе пиво брать. Понимаешь, я очень пил. Я не пью, и как мне прикажете. А вот понимаешь, она расслабляться. Как вы прикажете мне расслабляться? Ну как? Ну, не знаю. Ну вот и я не знаю. Так, у нас пока два гема, ребят. Кактус напрягает. Как расслабляться? Ну, как-нибудь там это. Кактус напрягает. Кактус где-то здесь ныкается. Это не кактус, это у нас... А кактус вообще-то? Или не кактус? Хрен знает, кто это. Короче, пойду наказывать его. Все. Мортис, да? Отлично. Так, вы там... Слишком сильно не это. Не буяньте, ребят. Хороших? Спасибо за гемы. Так, тихо-тихо, там вот это. Я вижу. Ерунда. Ух. Оу. Паразитка какая, а. Заблокировала мне все. Берите гемы, не теряйте, ребят. Да не теряем. Берем. Так, Нита, ты достала. Так, они меня хотят атаковать, я вижу. Я уворачиваюсь. Так, Нита вообще, смотрю, смертник. А чё с гемами-то? Ну, гемы собирай. Так я-то собираю. А где ваши-то гемы? Они у тебя все. Да ну, вот, уходим, ты, ребят. Мы тебе деньги отдали. Уходим. Ну, ребят, уходим. Свалим. Так уходим. Кто там танцует? Савелий Лайк? Иди сюда, Савелишка. Ну, Савелий хочет потанцевать, ну что? Я понимаю, что хочет потанцевать. Вот, спасибо еще. Нет, не достанешь, парень. Вот так вот можно завершать вот выпуск. Не, Савелий... давай еще сыграем с ним. Да ёпарсеты, ну нет. Давай. Ну, он ждал очень, он прям ждал этого момента. Момент истины. А кто такой Савелий Лайк? Кто такой? Как увеличить? Это Луни Савка. Абсолютно ничем не говорит, я да, мой подписчик тоже. Все, я понял, это твои ребята. Я представляю, сколько у тебя там подписчиков. У меня моих ребят тут нету.
Мои ребята смотрят твой стрим. Потому что у меня будет просто видос потом. Слушай, а что это такое? Какие-то... Ой, тихо! И... Блин. Твою же... Давай. А, у них тоже Эль Прима, да? Ну, слушай, это шикарно сейчас было. Вот сейчас было сделано вообще замечательно. О! Собери, Лех, собирай. Я пытаюсь. Ты будешь у нас собирателем, коллекционером. Да клептоманом. Да как ты сказал? Оу, а что у них такой ватный этот? Прямой что такой ватный? Не знаю. Да тут как-то как с детским садом, ё-моё. Ну подожди. Сейчас прикинь, вздрючат. Сейчас вздрючат. Они, подожди, там сами с собой дерутся, что ли? Так я не пойму, что они там делают. Они не поделили эту морковку. Этот робот хочет... Опа, берите гема, ребят, гема соберите за мной, потому что меня накумарили там. Илюха, а что ты вон те-то не забрал гема? Да подожди, я не могу. Все, я забрал вот их. Я их забрал. А что это? А, это двойник, все, я понял. Он бросает с этими. Так, последний гем берем и все, и уходим, ребят, на базу. Не, не последний, подожди, какой последний? Как не последний? 9 гемов у нас уже. Че, не последний-то? А, да? Последний гем собираем и все, и свалим на базу. Сейчас он появиться должен. Все, пошли отсюда. Все, будем стоять просто на нашей базе. И здесь и точка респа у нас с тобой недалеко. Все, вот прямо вот здесь вот встанем. Все, потому что как в тот раз, помнишь, сфейлились на точке, на точке. И он убежал у нас со всем этим, со всем барахлом. И мы его догнать не успели даже. Все. Фух. Крутяк. Ну, теперь-то как? Теперь-то как? Ну, последний бой, вот. Мы как раз у три боя с подписчиком играем, и все. Все, поехали. Я понял. Погнали. Леха, Fallout Shelter будет у тебя? Слушай, у меня Fallout Shelter был в свое время, давным-давно, и... Слушай, я там забыл, у меня там ребята в пустоши, наверное, уже года два бегают. Отправил на свою голову, блин. Так, тихо, чё так? А чё так жестко-то, эй? Не знаю. Бу-бух. Мы начали... Твоя мамка против нас играет, там, видел? Никнейм. Тихо. Слушай, не забывай, Савелий, что у тебя львиная доля гемов. Поэтому не подставляйся, пожалуйста. Мне-то можно отдуплиться. Не могу попасть, да? Ни в кого. Два гемчика прихвачу. Так, у нас уже 7. Ребят, остается 3 штуки, и все. И мы на куражах уходим. Так, Пайпер. Пайпер тут со своим этим газом. Так, последний гем мы с тобой берем. Савелий, ты можешь, в принципе, уходить. Я тебя сейчас тут прикрою чуть-чуть. Если сейчас сам не отдуплюсь. Так, давайте. Ой, хорош. Все. Вот. Это Delivery Club. Да, типа того. Ну, Яндекс Еда, пожалуйста. А ты пошел, ты без гемов, тебе можно. Пошел отсюда, Илюха. Иди отсюда. Я старый. Вы еще молодые, вы поживите. Прикрывай наши задницы. Молодые. Твоя старая уже потёрт. Давай, иди отсюда. Притулился тут. Все, отлично. Все, ребят. Ну, такой получился стрим. Начинали с Диснеев, закончили Бравл Старс. Да нет, нормально все, нормально. Не, ну круто. Лёх, я хотя бы вечерок скоротал. От души. Я думаю, завтра мы с тобой пересечемся, если что, поиграем еще. Да, конечно. Если у тебя будет желание, возможность. Конечно. Если будет... Нет, если желание-то есть, была бы возможность, вот так вот скажу. А, я понял. Но я этот стрим, ребят, сохранять не буду, я сделаю из него нарезку. Ну, ты как хочешь, Илюха, делай. А у меня будет полноценная вот эта вот версия стрима. Ну, как тебе сказать, у тебя-то он стримом идет, а у меня-то идет просто записью. Ну, я потом удалю стрим, как бы, он срендерится, обработается, я просто кину себе и просто подрежу, поднарежу. Все. И хочу сегодня выкинуть еще на этот, на канал видео по этому карателю, я же снимал. Какой каратель? Тоже стрим у меня был. Какой каратель? Ну, игра старая, каратель. И там я крепленый чай пил просто в течение этой игры. У меня там трэш-пёр полный. Это на какой? Где ты выкладываешь-то эту все? Да это я скачал. Это у меня стрим был недавно, ночью.
Вот. Я его скачал, я его заблокировал, скрыл, сейчас подрежу его и выкину на канал. На какой? На свой, на этот? Да, 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 да. А, ну все. Ну там прикольно получился стрим. Ладушки, ладушки, я понял. Ну все, дорогие друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.